у соседей вон затопили, а у нас в доме тепло, потому что работает сушилка, дегидратор, и от дегидратора тепло в доме. Привет всем заглянувшим, привет из дачной купальни. Сегодня у нас, даже не помню какое число, или 4 или 5 октября, мы спешно готовимся к закрытию дачного сезона. Хотим в этом году побыстрее закрыть и побыстрее на море, хотя у нас еще много дел. И вот мы трудимся ударным трудом. Но вот только что пошел дождь, сейчас покажу. Вот видите, вон он какой. Пошел дождь, и нам с Сережей помешал работать. Все мокро. Хотя ура! Мы успели смыть грязь с чехла теплицы. Закрепить его там на корпусе прищепками. Сполоснуть чехол на теплице. Ну, я имею в виду грязь, такую прям откровенную. А дождь все сильнее и сильнее, видите? И это нам на руку. И теперь дождик поработает тоже за нас, поможет нам как следует сполоснуть этот чехол. Но первичную грязь мы сами смыли, прям которая грязь-грязь. А вот пыль, еще там что-то, дождь еще смоет. Ну а то, что уже останется, выстираю. Прошлой осенью мы в стиральной машинке стирали. Давние подписчики помнят об этом. А в этом году я решила не мучить ни себя, ни чехол, который мы в прошлом году на две части делили, разрезали. Вот. В этом году замочим в душевой кабине. Она у нас такая глубокая. Чаша в душевой кабине. Замочу там. Ой. Думаю, у нас все получится. Ну вот, дачный сезон заканчивается, друзья. Вроде бы недавно приехали на дачу, а лето пролетело. Осталось убрать качели, садовые фигурки. Грустная работа. И в то же время радостные, потому что впереди море. Фигурки и водопадно-фонтанную технику уже убрали. Вчера опустила в самое глубокое место прудика нимфеи. Надеюсь, они доживут до весны. В новом сезоне порадуют нас своей красотой. На очереди рукотворный кладик. Ну и так далее. Осталось снять штору. Что, скрепки из него? Со скрепками? Дайте. Да. Ну, как тебе удобнее? Стирать все равно я скрепки. Я так сниму, да. Потом их сейчас достану. Ну, положу, да. А потом? Ой-ой-ой. Я ведь помню, как мы вешали. И лето только начиналось. Вернее, еще весна даже была. Ой, все. Как мама выходила там. Ты видишь, на бугре. Так, где-то здесь у меня в самой глубине. Нимфеи. Стряхнуть? Да, стряхни. Если не трудно. Все, здесь у нас уже качели стоят.
Все, так мы тут убрали, все сложили. Шкафы надо прикрыть, чтобы не болелось ничего. Все, осталось мне куртку надеть. И все, уезжаем. И валеночки тут ношу. Ой, такие же. Так, ну, до свидания. Прощальный взгляд. Ой, не на месте. Не на месте. Как бы не уронить. Мой столик сиротливый, компьютерный. Букетик такой. Но решила здесь оставить такую красоту. Вышивки мои. Здесь такой букетик. Вот такой вот букетик остается. Скатерти все забрала постирать. Все лето здесь висели скатерочки. Корзина тоже не нужна. Так, русалочка наша тоже остается ждать лета. Книги задремали. Столов у нас полно, потому что с улицы занесли. Все оставляем здесь. Печка наша, кресло. Тут Сережа сейчас заберет последние вещи. О, непорядок. Подсолнухи вот так должны расти. И здесь тоже вот так сделаем. Сереж, а ты будильник оставляешь свой? А, понятно. Вот здесь дежурный. Так, здесь тоже порядок надо, чтобы приехали весной, все было симпатичненько. А нам термометр не возьмем мы домой один? Вот этот, в дом. Надо мягкую сумку положить ко мне. Ну, вон, положить, наверное, ко мне, я не знаю, куда. Здесь пусть полотенца остаются, может, еще приедем. Все отключили, отсоединили. И последний штрих подготовки к зимовке. В сливы раковины и душевой кабинки наливаю немного автомобильной незамерзайки. Незамерзающая жидкость для омывателя стекол. До минус 30. Вот сюда сейчас зальем. Так, в душевой я уже залила. Так, здесь тоже у нас тоже занавески забрала постирать. Оставляем вот так вот. Холодильник. Шкафы все закрыла. Ну все. Пока-пока. Угу. Выходим. Я тоже покажу. Так. Ставлю свои чоботы. Пусть ждут меня теперь. Пойду выключу сейчас свет. Свет будем выключать. Здесь у нас интернет. Сейчас все потухнет, потому что я вот так вот все выключаю.
все потухло. Вот такой вот сумрак. Ну все, пока. Ну что, давай, сторожи тут уют нашего приюта. До встречи. Бывай. Пока-пока. Ну все, друзья, сезон закрыли. Последний проход по осеннему саду. Вот таким мы его оставляем. Тут вот розы, конечно, рано укрываем, но уже все, уезжаем. Не оставим же неукрытыми. Вот эту розу вот такую плетистую укрыли. Эту не стали укрывать, фламентанс. Будет такой эксперимент. Просто вот так вот пригнули к земле. Вот так вот. И у нас тут на веранде сейчас этот букет осенний возьму. Вот он, какой красивый букетик. И вода мне в дорогу. Так. Вот так выглядит наш пруд. И в нем отражается голубое небо подмосковное. Все. Сезон закрыт. Итак, сегодня 13 октября, пятница, время 13:08. Вот так вот мы прикрыли виноград, пригнули к земле, обрезала. Вот так вот. А это виноград, который мы привезли с родины. Вот. Машина у нас под завязку. Как весной сюда ехали, так осенью отсюда. Правда, еще даже больше. Потому что уезжаем с припасами. Навигатор говорит, ехать нам 1.5 часа. Сереж, а вот это давай сверху куда-нибудь. Букет мой красивый. Тебе будет мешать? Нет, не будет. Вот букет бы положить. Вон туда. Давай. Вот сюда, да? И сумка. Вот сюда. Вот. Так, все у нас. Сережа открывает ворота. Да нет, нормально. Так. Ну вот так вот. И теплица у нас голая уже. Мы в этот раз выстирали чехол. Вернее, я выстирала чехол в душевой кабинке. У нас она глубокая. В душевой кабинке замочила сначала, ну а потом сполоснула. Лук, правда, остается. Ну ладно, какой уж он там. Зато весной будет. Приедем, будет зеленый лучок. Вот так. Все. Почему-то 53 км говорит. Ну ладно, 1:25. Он какой-то путь показывает, не самый короткий. Не самый короткий. Через пока. Ну ладно. Впереди несколько лежачих полицейских. Да кто же их положил-то? Лежачих. Вот Бисерова 2. Здесь живет, оказывается, ну, я не знаю, подписчица, не подписчица, зрительница моя. Ой, ведь недавно была весна, недавно переселились на дачу, теперь снова уезжаем. Казалось, уже недавно. Да.
Прям вот недавно. Раз, миг, и все, и лето пролетело. Мы в прошлом году, по-моему, домой поехали, и снег пошел, когда мы на... В ноябре. На горь, ну... 23-го мы выехали на поезд. Через 300 метров поверните налево. 11 ноября мы съехали с дачи. Но на даче не было снега, а на Горьковку выехали, а там уже все, сугробы. Ну, они, по-моему, растаяли, но все равно. Поверните налево. Обязательно. Заходите. Сначала то, что на кухне будет. Хорошо. Ветчина в этом. А, ветчина здесь? Да, хорошо. Давай. Так, распределяем сразу, что куда. Ты там воду сразу включи, ладно? Так, ну что, холодильник надо включать. Приветик. По машинам платочком своим.